Бонжур всем прекрасным нежным созданием. Сегодня мы с вами погружаемся в бьюти-бокс полный кадали от Blissimbox. Вот такая вот красота приехала ко мне прямо из Франции. Да, Blissimbox — это французский бьюти-бокс, но у них есть еще немецкая версия с доставкой бесплатной по Германии. А вот это здесь как раз-таки с французского сайта. И прежде чем мы с вами откроем эту очаровательную коробочку, давайте поговорим про финансы, потому что финансы нас всегда с вами очень даже интересуют. Бокс сам по себе стоит 16,90, как в немецкой версии, так и во французской. И если в немецкой версии доставка по Германии бесплатна, она включена, то во французской она также бесплатна и включена по Франции. Доставка в Германии, к сожалению, за дополнительную денежку — это 3 евро медленная доставка, 4 евро, ну такая немножечко поживее. Я выбрала ту доставку, которая за 3 евро, в принципе, я не тороплюсь, меня вполне устраивает и немножечко сэкономлю. Доставки в Швейцарию нет, к сожалению, поэтому мне приходится доставлять к моему посреднику и ему еще платить. Поэтому этот бьюти-бокс мне обошелся в 23 евро 40 центов. Дороговато. Дороговато, но французская версия Blissimbox мне нравится, ну, гораздо больше. Оформление, презентация, сами продукты, мне кажется, как-то поинтереснее, нежели на немецкой версии сайта, хотя, должна заметить, что немецкая версия сайта тоже как-то немножечко подключается, ориентируется на французскую и начали предлагать нам очень интересные бьюти-боксы. Если вы не смотрели распаковку Welcome Box от Blissimbox, оставлю вам в подсказочке, посмотрите обязательно, на мой взгляд, бокс был чудесный. Итак, варианты сэкономить. На французской версии сайта, да, есть тоже такое спецпредложение, если вы используете код, он всегда указан в инфобоксе, то у вас есть бонус, но, к сожалению, это не 5 евро на вашу первую коробочку, как в немецкой версии бьюти-бокса, это скидка, насколько я так поняла, 10 евро на их сайте. То есть вы можете приобрести какой-то бьюти-продукт со скидочкой. Я все-таки, конечно же, настоятельно вам рекомендую использовать ссылочку и код, если вы решите подписаться на французскую версию бьюти-бокса. Вам не сложно, мне приятно, но и мы с вами немножечко выигрышем. Так как этот бьюти-бокс довольно-таки дорогой, я, конечно же, долго думала, брать мне его или не брать, но здесь была кадали, и я очень хотела именно бьюти-бокс полный кадали. Да, я уже купила себе и отдельно, и в бьюти-боксе, но много кадали не бывает, и в этом месяце, это был месяц, по-моему, июнь еще, Blissimbox предлагал два варианта. Либо это смешанный бьюти-бокс, либо бокс полный кадали. Я выбрала именно этот. Плюс ко всему я дождалась. Дождалась момента, когда они предложили еще кое-что в качестве подарочка. Сейчас я открою и достану вам этот мини-подарочек. Он действительно очень мини-мини. Но, тем не менее, гораздо приятнее, когда вы покупаете и вам дают еще что-то экстра, нежели вы покупаете за полную стоимость и ничего в подарок не получается. Здесь у меня Herborian, и это Skin Therapy. 17 супер ингредиентов, 10 мл, и это ночное масло для лица. 10 мл все-таки маловато, конечно, маленький объемчик, но попробовать от Herborian у меня масла еще не было, поэтому будет очень интересно. Хороший, приятный картон, давайте откроем и посмотрим, как это выглядит внутри. Здесь написано, что нужно хорошенечко будет стряхнуть, потому что действительно я сейчас на свет вижу, что здесь двухфазное средство, то есть здесь... Вот маслица и какая-то водичка. Нужно стряхнуть хорошенечко для того, чтобы перемешать, смешать. Пипеточка есть. Пластик. Это пластик, это не стекло. И вот такое масло. Это не сыворотка, это именно масло. Я оставлю, скорее всего, на более холодное время года. Сейчас все-таки август. И август у нас, как правило, конечно, в Швейцарии такой жаркий месяц, очень надеемся на это. И где-то осенью, я думаю, что введу уже в свой обиход, потому что масло моя кожа обожает с удовольствием. Она на них реагирует положительным исключительно образом. Поэтому это хороший такой подарочек мини, но тем не менее в дополнение к этому бьюти-боксу. Еще раз давайте посмотрим на этот бьюти-бокс, на эту коробочку. Коробочка квадратная, маленькая. Вся
в дизайне со всех сторон очаровательно, за что вот я обожаю французские бьюти-боксы, в частности Blissim, это то, что все-таки вот такая детальность, проработка бьюти-бокса, коробочки, которую многие, конечно, выкидывают, я, безусловно, оставляю никакие бьюти-боксы, именно коробочки я никогда не выкидываю, я либо что-то туда оставляю косметические какие-то свои средства, может быть, какие-то мини-подарочки. И я знаю, что вот в этой коробочке у меня лежат подарочки. Всегда, когда мы куда-то идем в гости, нужно срочно что-то найти, а у меня всегда есть что-то про запас. Вот такая вот картиночка. Здесь у нас написано на французском. Я не буду вам ничего читать на французском, потому что мой французский, он ограничивается словом «бонжур» и «мерси». Здесь у нас на оборотной стороне написано, что у вас есть 15% на сайте. Это действительно так, если вы подписываетесь и являетесь подписчиком именно французской версии, у вас на все продукты есть скидочка. Мы с вами будем открывать эту коробочку и смотреть, что нас ждет внутри. Внутри никакой экстра упаковки, ничего соответственно, никакой бумажки защитной, ничего нет. И здесь я вижу у нас с вами все, конечно же, в кадале. Ах, какая прелесть! Давайте начинать с первого, что я вижу. Это гель для глаз, очень маленький. 5 миллилитров, такая вот малюточка, малышечка, муси-пусечка. В общем-то, в принципе, 5 миллилитров на месяц под глаза мне обычно хватает. Поэтому жаловаться грех, тем не менее, здесь очень такое приятное оформление, красивый, нежно-нежно-розовый цвет. И по ощущениям здесь тоже очень качественный пластик. Вот такая вот малышечка, это наш первый продукт. Второй продукт у нас здесь уже... Вот мне кажется, это стекло. Стекло, причем такое матовое. Это серум. Серум здесь уже 10 мл, немножечко побольше. Пластиковая крышечка. И здесь есть еще помпочка дозатор. Я пока не буду начинать, потому что у меня есть другие сейчас пока средства. Это останется на какой-нибудь тревел. Возможно, мы куда-нибудь поедем, и я возьму, конечно, такие малышечки с собой с удовольствием. Тем не менее, очень хорошая, качественная оформление, упаковку, вообще визуально безумно приятно. Третий наш продукт, здесь уже объемчик по ощущениям побольше, это 15 мл. То есть мы с вами с 5 начали, потом 10, сейчас уже 15. И это на 10 минут маска, маска увлажняющая, которая должна напитывать вашу кожу и делать ее мягче. Я, насколько помню, уже использовала такую маску. Не могу сказать, что у меня был какой-то вау-эффект. Я настолько осталась под впечатлением, чтобы сказала, да, это та маска, которую я буду покупать. Нет, но получить ее еще раз, конечно же, приятно. Я буду с удовольствием ею пользоваться. И маска на 10 минут, это, в принципе, вполне себе такой хороший промежуток времени, когда вы можете нанести, почистить зубы, сделать какие-то свои домашние дела, поставить кофе и потом смыть свою масочку. Дальше у нас тут с вами два продукта, которые упакованы экстра в защиту, потому что они в стекле. Сейчас я пошуршу и достану их. Первое, что я здесь сейчас держу в руках, это снова 15 мл, но это довольно-таки тяжеленькая такая упаковка, потому что это стекло. Здесь у нас снова пластиковая крышка, но сделана невероятно качественно. И это кашемировый крем. Прекрасная вещь, давайте откроем и посмотрим, есть ли тут защита. Мне просто это интересно посмотреть, защитный крем или нет. Да, здесь есть дополнительная еще крышечка, я думаю, что вы видите, да? Здорово. Оставлю, не буду пока что открывать, так как все-таки действительно у меня целый бокс Кадали сейчас есть. Помимо этого, еще дополнительный, мы открывали с вами до этого тоже бокс Кадали от My Little Box. Я покупала Кадали от Look Fantastic. Я покупала Кадали самостоятельно здесь уже в Швейцарии. Если вы пропустили эти видео, то это означает только одно. Вы на меня не подписаны. Давайте исправим это прямо сейчас. Кнопочка внизу под этим видео. И заключительный продукт. Здесь у меня ночной крем из той же совершенной серии. Тоже 15 мл, 6 месяцев после открытия. Так что у нас с вами получается целый комплекс уходовый в этой коробочке. У нас есть и крем для глаз, и серум, и масочка, дневной и ночной крем.
Да, здесь нет умывашки, но и 5 продуктов, не 6 Blessing Box нас не стал. Скажем так, больше еще радовать, чем порадовал уже. Но дополнительно вот такой вот экстра подарок, он меня однозначно порадовал. Я рада, что смогла ухватить вот именно в этот момент, потому что, в принципе, на Blessing Box нужно смотреть и брать тогда, когда, конечно, у них есть какие-то спецпредложения, спецакции. Как правило, у многих бьюти-боксов, когда вы только подписываетесь, есть какие-то спецпредложения, и нужно их просто дождаться. Давайте еще раз посмотрим быстренько, что у нас было в этой замечательной, красивой такой цветочной коробочке. Это, конечно же, два крема, ночной и дневной крем. Также у нас здесь была с вами масочка, серум для лица и крем для кожи вокруг глаз. Вот такие вот 5 бьюти-предмета, бьюти-сокровища вот в этой замечательной, потрясающей коробочке. Единственный нюанс, это то, что вы сейчас тоже услышали наверняка, они там передвигаются просто как хотят. Соответственно, это небольшой нюанс, потому что Blessing Box, к сожалению, нет никакой экстра защиты, но спасибо, хотя бы вот этот пакетик положили, уже молодцы. Но да, изначально у них был концепт такой, что никакой экстра бумажки, экстра такого мусора они не создают. Красивая коробочка, да, оформление, да, бьюти-продукты, да, а вот бумажки нет. Ну, с этим нужно просто смириться и как-то вот рассчитывать, что если вы положили вам палетку, хотя палетку в Blessing Box я тоже получала, она доходила без проблем, все придет у вас в порядке. Это было все на сегодня, видео получилось короткое, да и коробочка у нас с вами очень-очень маленькая. Но я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этого видео, и мы с вами увидимся обязательно в следующих, не пропускайте. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, чтобы у вас все было хорошо. Пока-пока!